Сейчас мы находимся на высоте 1000 метров в горах. Тут сделаны смотровые площадочки, и мы смотрим на горы в облаках. Мы смотрим на север острова. Только что были, смотрели на юг острова. Вот какая-то ягоды тут, ежевика, голубика. А вот это вот Леваду видно. Я думала, это дорога, это Левада, где канал. И собирается вода. Туман оседает на деревья, с деревьев стекает в эти капельки росы в Левады. Так Мадейра добывает себе воду. В облаках сейчас. А вы зветкля приехали, пани? С Киева. С Киева. Это є таке невеличке село біля Вишневого і Боярки, да? Це село таке цікаве. Київ. Дуже знайоме село. Thank you.